Всем привет, ребят, с вами Малдер, и у нас мертвецы. Значит, в прошлой серии мы с вами нашли вождя, притащили на корабль, и сейчас мы должны отправиться в какие-то катакомбы. А как вот это вот сделать, я что-то не пойму, блядь. Пока что. Или мне за штурвал... мне за штурвал надо. Вот, отправиться в катакомбы. Точно, ключа зажигания нету, но хуй с ним, замкнем. Погнали. Чистейшее зло. Глава какая-то там 14-я, что ли? Пойдем. Ну, пойдем, блядь. Подожду катера. Эх вы, блядь. Поторопитесь, это очень страшное место. Эх вы, блядь. Подожди, пойдем, блядь. Он подождет у катера. Охуевший, сука. У меня всю работу я делаю вот за них. Они сидят нихера, вообще не делают. Тупая пизда, блядь. Тупую пизду надо из полицейского участка спасать, когда ее там в десятером ебут, блядь. Этим, блядь, надо противоядие ученым искать. Мы приносим жертвы духом этого алтаря. Этим противоядие ученым надо искать. Все на мне держится. Симпатично, да? Как Золушка, блядь. Ух ты, блядь. Тихо. Вон, я вижу. Хуль ты видишь-то, блядь. Ох ты, хорошо пошло. О! Блядь, там рыготный, что ли? Ах ты, сука. Блять, вот по поводу рыготного возникнут проблемы. Возникнут проблемы. Подожди, блять, так я его. А проблем-то и не возникло. А что, сука, у него даже нет ничего, охренеть, блять. Вот ты толстый хуила, блять. Так, ладно. Надо как-то тактику вот с ними какую-то выработать. Может быть, оббегать их сзади как-то. Чтобы они не успевали. Что это? Чтобы они не успевали повернуться и хавальник свой открыть. Вонючий. Так, чего тут у нас такое? Тут тоже какое-то поселение, домишки. Домушки или, блядь, как? На сваях, блядь. Это твоя деревня. Повсюду сердитые духи. Это твоя деревня? Вообще, деревню-то, по идее, лучше было бы, наверное, сделать на берегу где-нибудь. Там держись хоть... поближе ко мне. Может быть, мы избежим драки. Может, там хоть рыба есть, блядь. А тут вы что жрете, блядь, тараканов на? Так, тихо. Мы ебаны. Спеши, братья. Какого хера, блядь? Он же сказал, держись поближе ко мне. Может, нам избежать удастся драки. О, блядь, вот этот замес пошел. Так, все, готово, блядь. Ну, блядь, это мы с ним вообще по красоте тут перерубили всех, нахуй. Погоди, надо что-нибудь съесть, блядь. Ух ты, вот это замес, блядь. Маленький ружейный патрон. Вот, вот, вот в таких замесах и нужно ружье. То есть у него... радиус действия-то маленький, но наверняка он убойный, блядь, прям. Ой. Так, погоди, тут еда, еды есть, блядь, а я аптечки трачу, мудак. Так, это у нас... у нас... это у нас никого, это у нас. Деньги забрал. Мачетку только я так поебал здорово, это пиздец. Мы должны быстро покинуть деревню. Мачета утомляющая. Не мачетку, точнее, а эту самую, как его. Господи, блядь, все время зову катану нашу. О, бомбезный, блядь. Бомбезный хуй на тебя. Он медленный. Он медленный. Жалко, что в деревне. Я вот что-то сейчас просмотрел, между прочим. Это что такое? Патроны, блядь, валяются посреди дороги. Жалко, не посмотрел в деревне. Не посмотрел в деревне, есть ли верстак. А то бы подремонтировать-то не мешало бы. Так. Хо-хо, косарь 200, блядь. Косарь 200. Ну, миссия действительно наверняка какая-нибудь сложная будет. Опасная. Возможно... слушайте, этот шепот предупреждения. Не слышу. Вы их видите? Вижу. Давай, ты его бей, блядь. А, блядь, у него здоровье-то тоже ведь кончается. Ёпты, блядь. А я что-то забыл посмотреть на шамана. У него чуть-чуть здоровье-то он... поебалась слегка. Так, еще одна бежит.
Ох, блядь, вот это, сука, напарник. Вот это я понимаю, блядь. Блядь, дайте мне его на всю игру. Мы тут устроим кровавую резню, блядь. Ох ты, блядь, бензопилой, нахуй. Он тут рубит, блядь, не хуже меня, на. Так, все, побежали, что ли? Погоди, я жадный настолько, блядь, что деньги буду пиздить еще по дороге. Из этих корзинок. Я что-то плохо помню вот этот момент игры, блядь. Вообще, можно сказать, не помню. Вы сильны или вы слабы? Я? Да я вообще как, блядь, не знаю, как... Ой, блядь. Как танк, нах, можно сказать. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда руки, куда ноги, блядь, этого не добил. Лежать, блядь. Так, а в чем прикол такой? Он сказал, вы сильны или слабы. То есть мне идти надо их запиздить? Это проверка, типа, что ли? На вшивость? Там где-то здоровый он орёт, блядь. Так, 1700, блядь. Отлично. Ох ты ж, бляха. О! Ну, блядь, последний удар ты нахуй. Хоп. Хоп, и тут 1700, блядь. Так, замечательно. Винтовочный патрон. Винтовочный патрон. Ну, мне наверняка прямо надо идти. Да вождь ты, краснокожих. Догонит уж, наверное. Вождь краснокожих. Чингачгук, блядь. Чингачгук, блядь. Большой змей, нахуй. Ой, блядь. И хули. Так, спиздим. Еда, 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 еды много. Еды много. Ты там, блядь, без меня ничего не делай. Слышь ты. Куда это он? А, тут какие-то мостки. Мостки. Плохо помню вот этот тот момент игры. Блядь, у меня мачетка уже половина. Здесь мачетки. Прекрасно, но жутко. Половина прочности. Почему жутко-то здесь? Вон бежит кто-то один хуило какой-то, блядь. А, это этот, блядь, ёбаный завод. Вот это, наверное, было. Вот тебе нахуй жутко, блядь. Подожди, чувачок. Сейчас я тут подкреплюсь. Там еще бегут. Еще бегут. Так, двое вонючих, да? Отлично, блядь. Отлично. Конечно, я получил маленько, но хуй с ним. Где-то внизу, что ли, орут-то? Где, блядь? Походу, вон они там, блядь, их целая толпа там внизу. Они нам не нужны, пускай орут. Мы тут с вождем дела творим. Что такое, блядь, почему? Так, 88, фрукт. Отсюда уже недалеко. Я понимаю. Нам бы верстачок где найти. А то я все продал. У нас только мачетка Балу осталась, блядь, по-моему, да? Еще какая-то. У нас три. Две мачетки и одна наша вот эта вот катана, блядь. Так. Оба. Ты погляди, нахуй. Спрятался там он у скалы. Молодец, блядь. Так, что тут? Деньги. Сейчас я по-любому сдохну, наверняка, блядь. Так, маленький пистолетный... Нам нужно перебраться на другую сторону. Они хотят остановить нас. Ли? Они сломали рычаг. Идите ко второму рычагу и толкните его. Осторожнее. Идите ко второму рычагу? А как? А где второй рычаг-то, блядь? А, наверное, выстрелить надо, да? Блядь, а вот если бы у меня не было ничего... Нет, что-то, блядь, не то. Погоди, идите ко второму рычагу. А как мне, блядь, идти ко второму рычагу-то? Ну-ка, съебал отсюда, нахуй. Не понял. Не понял. Тут как-то спуститься. А, так тут можно вон спуститься. Ебеть твою налево. Ах ты, блядь, вождь. Хитрый вождь, блядь. Оба, живой? Нет. А пистолетный патрон я возьму. Давай запрыгивай. Там сейчас на меня набежит опять толпа, блядь.
Это кто? Смотритель, блядь. Сука, живой, блядь, ты погляди. Смотритель рычага, блядь. Так, что здесь такое? 75. Не, пока никто не бежит. Давай. Есть. Мосток опустили. Еще не зря, вы, наверное... Вы находитесь в священном месте. Здесь, в этой усыпальнице, вы найдете многих моих предков. Павшие воины. Великие герои. Идем. Не зря, наверное, сказали, чтобы вождя-то тоже так опасаться, блядь. Вдруг он какой-нибудь... Неправильный. Вождь-то. Зараженный тоже. Они же все жрут зараженное мясо. Вы видите мумий? Нет. Что за черт? Это злые духи. Назад. Прекрати. Ты это видел, чувак? Это же Вуду! Ночь живых мертвецов и вся эта хрень! Следов укусов я не вижу. Если она не ела эту дрянь, она должна быть в порядке. А если она не в порядке? Может, лучше ее спросить. Слышь, подруга, ты не ела зомбятину на обед? Она что-то говорит? Мне пришлось. Всем пришлось. Они поверили. Если съесть... Вечная жизнь. Мы должны взять ее с собой. Сначала надо найти этих сраных мумий, черт. Сюда! Что теперь? Черт! Давайте сматываться отсюда! Блять, а вождя-то за что убили, я не понял. Если хотите попасть в деревню, я знаю короткий путь. Следуйте. Нам сюда. Следуйте за Еремой, блять. Ерема. Блять, вождя-то покой хуй грохнули. Могли бы просто там оттолкнуть, там пизды дать на крайняк, блять. Ну, блять, взяли. Причем, это наш персонаж, что баба-то, блять, за которую я играю. Она его ебнула, блять. Сняла. О, там сколько народу-то. Давай, мадам. Осторожнее. Здесь их больше, чем вы думаете. Я видел уже, блядь. Так что давай, шевели ластами. Так, ты кто нахуй? Давай, так. И сюда, урод, блядь. Так, мачетка рубит, блядь. Ебать, нахуй, нахуй. Где? Ерема, блядь. Ах ты, блядь, Ерема-то молодец, молодец, она хотя бы под ногами не мешается. Так, этот бежит. Бежит, оп. Получает по еблу. Ух ты, блядь, и я тоже получаю. Ну-ка я съем что-нибудь. Не съем, точнее, уколюсь. Чего там стоит, блядь? Он стоит, нас не трогает, блядь. А может, он живой? Там их больше. Где? Так, там их больше, да? Там их больше. На скалах ты, конечно, блядь, нам не надо бы драться, блядь. Ох, блядь, хорошо прошло, блядь. Так. Да чтоб ты, блядь, ебать, нахуй, как я так умудрился выжить-то. Так, еще одна бежит, да? Так, есть. Ну-ка, сейчас у них что-нибудь возьмем. Тут даже оружие-то бесполезно, на самом деле, блядь. Да что, сколько у вас тут, ёпта мать. Да как так-то, блядь, попал же я по нему. Винтовочный патрон. Идите нахуй. Где у нас Ерема-то? Блядь, она уж убежала. Хуй знает куда.
А, вон она, ждет нас. Ждет. Но нам надо убить вот того хотя бы, последнего. Последнюю. Так, есть. Отлично. Но она загнулась. Она сдохла, да? Да, сдохла. Блядь, что взять? Сука, жадность берет свою. Да, блядь, ты ёбни его нахуй. Сука. Заруби. Вот. Чего осторожно-то, блядь? Осторожно. Я отбиваюсь как могу. Сука. Так, есть. Ладно, они хоть какие-то слабенькие более-менее. Так, бало, у меня кончается. У меня кончается мачетка. О, господи, это самая не мачетка. Бало. Будем. С балой будем херачить. А просто вот бежать нельзя, что ли? Я не понимаю. Они нас догонят ведь, да? Там... Что? Кто это, блядь? Это не наш друг. А кто ты, блядь, такой? У него, кстати, ружье есть. Меня едят, блядь, между прочим, там. Скорее, погодите, Моуэн. А как, блядь, мне тебе помочь-то? Э? А, тут вон обход есть. Давай, побежали. Бегом. Где Моуэн-то, блядь, я вот здесь вот срежу, нахуй. Срезка. Охуеть, там народу, блядь, походу, вагон. Я знаю, что возьму, вот это я возьму. Так. Сука, их дохуя. Перезарядка, блядь. Моуэн еще ебнут. Да ебаная ты пушка, сука, сраное говно, блядь. Не трогай его, блядь, я тебя ради бога прошу, блядь. Все? Охуеть, не встать. Убили? Убили, блядь, ты погляди. А, убили, блядь, он живой, нахуй. Оружейный патрон. Теперь надо валить отсюда. Бежим к лодке. Да ладно, нахуй, валить отсюда. Винтовочный патрон. Кто-то живой? Ах ты, сука, ты погляди, рыготный, еще один. А бабу-то, блядь? Иди сюда, дура. Погоди, я спизжу, блядь. $100 и побежим. Побежали. Как тебе там, Ерема, блядь? Сука, ты охуеть не встать. Куда бежать-то, блядь? По речке? Так, есть. Нам чуть-чуть пробежать, и все, вот лодка-то уже, добежали. Блядь. Кот очнулся. Я найду там что-то ценное, а меня кинули, как сопливого пацана. Отведите Ерему в лабораторию. Подождите, сейчас время трат придет. Я даже боюсь смотреть, сколько... за ремонт придется выдать. Охуеть, блядь, 5000, нахуй. 5000 за ремонт. Обалдеть, блядь. Так, ладно, хуй с ним. 5000, так 5000, блядь. Так. Ладно, где ты? Пойдем. Или мне ее пешком, что ли, везти? Эй, зайчонок. Моуэн. Погоди. Что за хуйня? Отправиться в лабораторию. Ну, наверное, да. Сейчас отправляемся в лабораторию. Так, сейчас только перезарядимся, блядь. А то вдруг где-то по дороге еще найдем пушки. Патроны, точнее. Ну что, поехали в лабораторию? Я надеюсь, они в лодку сели? Все-таки все? Так, кто тут у нас? Ерема. А Ерема на автомобиле не хочет проехать вместе с нами? Куда ты, блядь, ломанулась, дура? Там переход даже был, блядь. Мы сейчас с тобой телепортировались прямо в лабораторию и все. А тут опять их надо пиздячить. Блядь, 5000 за ремонт я мачетки отдал. Не мачетки, а это, да, сука, заебал, блядь, постоянно путаю.
А, и забываю. Катаны, блядь. Контрольная точка есть. Блядь, там вонючий. Вонючий. Кто-то есть, блядь, серьезно, нахуй? Нихуя себе. Кто-то есть, блядь, так. Так, это здоровый, блядь, ёптой, блядь. Так, тихо, не еби мозги. Получил, я поебал. Это нехорошо. Это очень нехорошо, блядь, еще раз похлебалу зарядили мне. Погоди, надо нам подлечиться. Кали. Кали, у нас аптек до хера, блядь. Блядь. Да как так-то нахуй? Да почему ты, сука? Я ж мачете... Да, блядь, ебаный. Хуй с ним, мачете будет, блядь, заебался я нахуй. Я забываю постоянно, как это ебало называется. Ох, блядь. Маленький винтовочный патрон. Холодное оружие, блядь, вот и все, нахуй. Сабля, блядь, самбля. Так. И опять у меня ее уже раскирачило, блядь. Где ты бежишь? Ты, мразь, стой нахуй. Бабу не трогать, нахуй. Вот на меня выебывайся, а бабу не трожь. Баба нам нужна. Ну, я так до сих пор и не понимаю. О, зачем вождя прибили, блядь? Вождь краснокожих, блядь. Зачем его ебанули? Хуй знает. Непонятно. Пойдем. Женщина. Неизвестного возраста, блядь. Хотя вроде по спине-то вроде молоденькая. О, божечки! Божечки, сука! О, тут, блядь, и эти самые, как их нахуй. Я вообще просто, блядь, тут порубал всех! Мясорубку устроил! Правда, меня ёбнули маленько, ну хуй с ним. Так. Маленький пистолетный, 88-63. Чуть найти бы съесть, блядь, по дороге-то с облаками. И где вообще эта чертова лаборатория? Сколько идти-то можно? Уйди оттуда, блядь. Ой-ой-ой, опасненький. Опасненький. Так, все, сдохли, что ли? Она живая? Живая. 200 баксов. Отлично. 200 баксов. Так, есть 88. Соточка. Нам как можно быстрее бы ее привезти, и все. Я вот не помню, я на машине по этой дороге ехал или нет. И сколько вообще до лаборатории-то? Ведь до хера, судя по всему, блядь, там еще одни. Стой. Ерема, блядь. Подожди, ради бога. Да я их ебну, блядь. Ну ты не дура, блядь, а. Винтовочный патрон. Ну что ты на них лезешь-то? Хотя, блядь, у нее здоровье-то до хера. А мы, по-моему, пришли, да? Или нет? По крайней мере, забор начался. Близко уже. Мы уже близко. Да, конечно, блядь, не опасно. Спрашивай. Там не опасно, блядь? Нет, блядь. Ты живой? Так. Погоди, где? Да ладно, я его не убил, что ли? Охуеть. Это что? Айдишник. Ладно, блядь, сейчас опять пятак придется тратить на мачетку. А что ты там стоишь-то? Иди сюда. Бля, ее ебет кто-то, что ли? Стой. Да нет тут никого. Стой, дура, блядь, подожди меня. Блядь, ебаное размытие, нахуй. Напрягай, блядь. Отключить нельзя, блядь. Стой. Где? Где? Кто? Мы уж почти пришли, вот нам... Куда бежать-то, блядь? Мы уж почти пришли с тобой. Живой? Блядь, иди нахуй. Даже трогать тебя не буду. Нам за угол завернуть, и все, мы дома. И мы дома. Там еще какое-то задание нам, кстати, вон выдали. Сейчас глянем, чего хотят. Стой, что такое? Деньги. Вот и привели мы женщину. К себе в дом, блядь. Пусто. Соточка. Отлично. Так, стоять. Ну иди, пойдемте тогда сейчас сделаем задание, а на обратном пути починим мачетку нашу. Тут деньги есть. Тут всегда сатыга лежит. Я уже думала,
Ну чего, привел я барышню-то к вашим услугам. Жнец обычный. Что? Если эта мумия сохранилась должным образом, ДНК должна была остаться нетронутой. Может и сработать, но понадобится время. Если получится, мы спасем остров. Что до девочки, надо проверить ее кровь. Если она заражена, ей надо оставаться здесь. Мы на связи. Сколько это займет? Эмили пока держится, но она больна. Очень больна. Поговорите с Моуэном. Что бы он ни говорил, но как пройти к тюрьме, он знает. Кроме него вам никто не поможет. Так что делайте, что нужно, иначе никому не спастись. Я крутею прямо на глазах. Значится, девочка, блядь. Блядь, нихуя себе девочка. Так, девочка, блядь. Так, поговорите с Моуэном. 200 метров до Моуэна. Ебутся в шины на той башке, блядь. Урон. Урон сделаем. А потом вот это будем делать. Вы лучше обращайтесь с огнестрельным оружием. Какое, блядь, это огнестрельное оружие? Фуфельное все-таки, а? Бляха, не уст... Нет, это самое... Не уст... Что я делаю, блядь? Не устаю поражаться. Подождите, у нас тут где-то ведь еще... Задание-то мы брали. А у кого, вот я не помню. У тебя? А, нет, не у него. Погоди, у него деньги там лежат. Деньги есть? Деньги есть. Отлично. Где? Вот у этого мы брали задание-то, по-моему, да? Оно, спасибо. Совсем другое дело. Мне нужна помощь. Какая тебе помощь-то? Блядь, да вы заебали. Блядь, мачету дал. Желтенькая. 584 урона. Но чтобы я мог продолжать свои исследования, вы должны найти для меня кое-что. Мне нужно большое количество инфицированной ткани мертвяков особого вида. Меня интересуют только раздувшиеся трупы, словно их бросили в воду и оставили тухнуть. Блять, тут прям за поворотом есть такое. Погоди, сейчас я тебе принесу. Думаю, что смогу помочь. Их можно найти рядом с большими водоемами. Наверняка их очень много среди болот. Да будьте тканью топленника. Чем раньше вы их найдете, тем быстрее я смогу продолжить свои исследования. Так у меня есть оно. Этого будет достаточно. Я расскажу доктору Весту о вашей бесценной помощи. Вот и все. Короткий дробовик, бляха-муха. Отлично. Короткий дробовик он нам выдал. Ну-ка, сейчас мы с вами... Блядь, сколько... Все говорю, блядь, хорош по помойкам лазить. Тут нет ничего. Короткий дробовичок. А что такое? Не понял. Куда идти-то, блядь? Охренеть, блядь. Сейчас мы с вами... сейчас надо продать, кстати, некоторые вещи. Они нам совершенно не нужны. Эй, хуила! Так, продать. Мачете. Мачете высокое напряжение. Боло. Армейская смертоносная мачете. 691. Она у нас полностью сделанная, да? Армейскую... так. Прочность. 105, а у этой 77, но она стоковая, да? Давайте армейскую продаем за 800. Кукри, блядь. Женец. А нахуй я ее продал, блядь? Надо было вот это кукри, блядь, продать, ёпта, блядь. Женец обычная. Это у нас... продаем. Пизду. Магнум. Магнум я пока оставлю. Короткий дробовик. Откалиброванная. 700 урон, блядь, да? 700 урон. Пистолет. Беглый. Кукри. Вакать. Мачете. Мачете. Пистолет. Кукри. Стоять. Насколько? Кукри ужасающая. Вакать. Мачете. Болой. Просто мачете. Давайте мы ее продадим, эту кукри, блядь. Тоже. Она нахуй не нужна. Три, значит, у нас... колющих, режущих и 4 огнестрельных. Вот и все. Сейчас мы, блять, так потратимся. Это просто пиздец, блять, я так полагаю. Где у нас тут? А ты что тут переместился-то, дядя? Началось, блять. Так. Дядя переместился, дядя хочет здесь находиться. Модернизировать, стоять, значится.
автоматическая винтовка. Это мы не будем модернизировать. Мы облезем, блядь, просто с такой хуйни. Магнум тоже не мачет. А, стоп. А, требуется ремонт. Ёпта, блядь. Вакадзе, короткое замыкание, починить. Блять, вот 1600, ну ладно, это хуй с ним. Ремонт-то, блядь, вроде приемлемый. Ну, 5000, блядь, слупили с нас на прошлом ремонте. Мачете. 7-7 плюс 7. Сейчас. Значит, что я хотел сделать? Я уже забыл, блядь. Стоимость. Модернизируем. Мачетку. Раз. Еще разок. Два. И три. Блядь, 4000 стоимость модернизации. Короткий дробовик. Магнум, кстати, надо... Слушайте, давайте я его модернизирую разок. Или, может быть, два разка. Купить ли... Так, модернизируем. Да, блядь, похуй, пошли уж все. Создать. Сейчас мы что-нибудь создадим. Короткое замыкание. А, блин, у нас металлома нету, твою ж мать. Куда, блядь, весь металлом делся? Непонятно, да. Шок при высоком напряжении, яд, токсин, короткое замыкание. Сейчас, бляха. Так, сейчас. Кот, съеби нахуй отсюда. Так, где у нас тут чего? У нас тут инвентарь. Задание, инвентарь. Значится, мачете. Мачете, кстати, 800 урона, блядь, охренеть. Правда, прочность не очень хорошая. Поставим ее сюда. А сюда мы короткий дробовик въебаем, блядь. Вот интересно, как он себя поведет, блядь. Ну, наверняка штука-то хорошая, блядь. В толпе особенно. 6 патронов только. 6 патрошек. Ну и хрен бы с ними. 6. Есть тут что-то полезное? 6, так 6 патронов, главное, много где появляется. Да, ребят, давайте на сегодня серию закончим. Продолжим в следующий раз. Сегодня чуть покороче будет. Я себя что-то неважно чувствую. Чувствую. Подписывайтесь, оценивайте. Спасибо, что смотрели. С вами был Малдр. До новых встреч. Всем пока.